Добрый день, дорогие друзья, дорогие подписчики, дорогие зрители. Я сегодня хочу рассказать о своих новых покупках сайта Wildberries. Я в субботу была в пункте выдачи и вот принесла мешочек. Вот сейчас я его распакую. Собственно, я его распакую и покажу покупочки. Вот такие покупочки были мною приобретены в интернет-магазине. Вот мною была куплена, чуть не сказала, пижама, но это костюм. Это домашний костюм. Но я в нем немного разочаровалась, потому что он реально похож на пижаму. Хотя я не могу сказать, что трикотаж очень тонкий. Ну, пусть это будет пижама. Это 52 размер. 100% хлопок. Со скидочкой. Ну, вот такой рукавчик. Но если вот такой рукав, конечно, это больше на домашний костюм похоже. Вот с таким принтом. Ну, такое розовенькое. Фирмы Шарлиз. Длинные штанишки, брючки. Ну, похож на пижаму, честно говоря. Ну, такой, в общем-то, симпатичный, розовый. Ну, я его себе оставила. Думаю, вот холодной зимой он будет больше на пижаму. Раз он похож на пижаму, он и служить будет пижамкой. Ну, зимой. Следующая покупочка. Это набор бренда Сьюз, набор шампунь и бальзам. Ну, вот такая вот этикетка, вы видите, скидка 100% на шампунь. Вот. Ну, меня привлек этот набор тем, что назначение такое клеточное восстановление и для глубоких повреждений, для очень поврежденных волос. Ну, я вот, знаете, крашеная блондинка, и как-то все-таки могу свой волос отнести к поврежденному волосу. Ну, посмотрю, вот попользуюсь, надеюсь, эффект будет еще более такой значительный, в лучшую сторону. Вот такой шампунь. Вот это приобретено в разделе «Красота». «Красота. Уход за волосами». Третья покупочка. Это приобретено в разделе «Красота. Уход за телом». Это гель для душа. Это гель для душа. Ну, тут написано, что это органический экстракт мандарина и масло манго. И масло манго. Органический экстракт мандарина и масло манго. Гель для душа пробуждающий. Ну, для утренних процедур, значит. Вот так. Надеюсь, эффектный будет. Я вообще люблю все цитрусовое. Апельсины, и мандарины. Все мне нравится. И аромат нравится. И я вот выбрала еще и поэтому, чтобы было приятно. Следующая покупочка. Это джемпер фирмы Оджи. Вот такая структура. Вот я сейчас попробую сфокусировать. Вот такая структура, такой рисуночек, орнамент.
Кофточка очень такая легкая, тонкая. В составе 90% акрил, 5% мохер и 5% шерсть. Ну вот 52 размер, 2XL. Ну вот с джинсиками хорошо будет. Я вот люблю на работу в таких вещичках ходить. У меня таких несколько кофточек разных. Меняю их. Стоит недорого все это. 1700 тенге всего лишь. Так. Вот этот набор со скидкой. Вот этот гель. То же самое со скидкой. И костюмчик. Костюмчик. И костюмчик тоже со скидкой. В общем, все куплено на небольшую сумму. В общем, я люблю вот эти вещички такие вот приобретать в интернет-магазине Вальберис. У них вот чего только нет. У них такой богатый выбор. Вот даже взять вот косметика, шампуни, гели для душа. Вот мне гели нравятся очень для душа. Потом можно вот, в общем-то, у меня, знаете, у меня уже вот, ну, все есть, как бы. Я себе и крупное все что-то купила, и одежду, пуховики покупала в этом магазине. Ну, вот такие вот мелочи тоже. Тоже интересно покупать. Вот у нас, например, такое я не вижу, чтобы продавалось в магазинах. Вот у нас. Это все российского производства. Ну, не знаю, я с удовольствием покупаю Вальберис. Обожаю его. Вот все. Ну, вот этот вот костюмчик, я считаю, на пижамку, конечно, похож. Но, может быть, я и ошибаюсь. Бывает, знаете, тонкий, но плотный трикотаж, и в нем будет жарко спать. Может быть, может быть. Ну, в общем, вещички хорошенькие, пригодятся все. Вот такие. Вот этот на работу свитерочек. Это попробую дома ходить, ну, когда вот тепло будет, печка будет затоплена. Попробую этот костюмчик одевать. Надевать. Спасибо за внимание. До свидания. Пишите, ставьте лайки, комментарии пишите. До свидания. Пока.